мы в Ауце и увидели красивый старый замок. Ветс Ауце Спилс называется. Вот он такой красивый, высокий, с какими-то колоннами красивыми на входе. Вот. Ну, решили заехать, поснимать. Что-то заслоняю этот пилс с собой. Вот. Красивый такой, красивый. Внутрь еще не заходили. Может, зайдем, а может быть и нет. Вот. А Ауце я заехал почему? Потому что я здесь был в стройотряде. Работал пару недель, может, месяц. Так что вот так. О, увидели, какое чудо сооружение. Это что-то с мельницей, наверное, связано. Надо почитать. Это как дамба, это какое-то озеро, видимо. В местечке Эзерес. Вот тут даже фонтан шпинделяет. И тут все продумано и сделано хитро.